Рекомендую проверенный ресурс МД Регион. Ежедневные новости из мира поиска, тесты, обзоры, конкурсы с отличными призами. Плюс интернет-магазин с внушительным ассортиментом поисковой техники на любой вкус и цвет. Кроме того, интернет-магазин предоставляет огромный выбор катушек, запчастей и аксессуаров для поисковой техники любого производителя. Более 100 магазинов по всей России и Казахстану. Если ты хочешь приобрести надежный проверенный товар отличного качества, то вам в МД Регион. И ни один клад от вас не ускользнет. Всех приветствую, друзья мои. Итак, сегодня я решил выехать по полям походить за Рушем. Там деревня была за моей спиной метров 300 отсюда. И у них песочки здесь. Короче, садили, думаю, похожу. Планировал с утра, а там деданы на УАЗика застряли. На лайв-канале показал уже, не показал, ролик не знаю. С ними провозился полдня, время 12 часов, мне в 3 на учебу, на часик. Сейчас пробегу здесь, не знаю, что найду, покажу, что не найду, не покажу. У меня сегодня штурмана нету, штурман тоже учится в городе, уехал с утра. Я один тут, думаю, у дома, но с дедами с этими провозился. Ладно, сейчас посмотрим, что тут есть, похожу, да обратно поедем. Погнали. Здесь песочки, поля у них были. По полям я не очень люблю ходить, но так иногда. Сегодня день хороший, думаю, выйду. Смотри. Вот это да. Аковы чьи-то нашел. Цепура. Возьмем. Такая она увесистая. Выскочила вместо монет, босс. Интересно, мучная. Не знаю откуда. Сейчас я здесь прогуляюсь туда-сюда. Да. Задерживаться не буду. Ремень не осталось. Октябрь месяц у нас. Смотрите, еще грибы есть. Есть переросшие. Есть еще поменьше. Эти вот брать можно. Это у нас подберезовики. Но мы сегодня не за грибами. Так, хожу. Травы здесь мало, песочки. Нормально. Еще покручусь, может, что будет, может, нет. На удачу. Собачка чья-то потерялась. С GPRS-навигатором. Деданы, наверное, потеряли. Пошла по следу. По дороге. А там кто-то кричал. Наверное, потеряли. Так, в принципе, GPS есть, навигатор. Не потеряться. Так, ходить тут невозможно. Ужас. Опять собакен бегает. Там такой ошейник интересный. Собачка уже 3 раза туда-сюда пробежала, потерялась. Ну все, без монеты я не остался. В общем, вот там фундамент стоял, чуть подальше. Его надо брать, вот. Иду по дороге. Сигнальчик, сигнальчик, смотрите. Серебро. Одна монета, и то успела и дернуть сегодня. Надо домой ехать. Сейчас на учебу. С деданами я тут провозился. 23-й год, 10 копеек. Красивая монета, они до 23-го года были. Потом шляпа пошла. Ну, такие дела. Дедушка Хабар сегодня мне подогнал серебра. Я просто по дороге иду, квадроцикл. Уезжать на время, время. Вот она, деревня, видите, яблоня отсталась от нее и туда шла. Чесать на весной, потихонечку, не спеша. Тоже яму, но здесь подвала не было, здесь грунт черный. Чуть подальше вот дом стоял туда. Может, здесь где-то еще был, не знаю. Особо ходить негде. Но монету одну дернул сегодня. Замечательно. Все, буду собираться. Собачка так и у меня крутится рядышком. Толстенькая, потерялась. Ну, у нее GPS, ошейник так. Смотрите, у меня что. Монетка. Собачка, смотри. Оп, пошла куда-то. Бегает, хозяев ищет, потерялась. Найдут. Опять вот здесь кручусь на дороге. Смотрите. 38-й год, копейндосина. Вот такие дела.
рядом с квадриком. Вот здесь побить бы. Смотри, какая трава. Никуда не залезешь. Чуть подальше домик там стоял. Ну, такая чернозем, там видно, что дом стоял. Пристрой какой-то. Интересно. Что-то на солнце ушло. Все, тоска стала зеленая. Камера у меня сломалась. Шторка, блин, не открывается, не закрывается вручную. Так, вот, 38-й год у нас. 80 рублей стоит. Монеты России, СССР. Давайте 23-й год посмотрим. 23-й год. 10 копеек, 125 рублей. Серебро 500-й пробы. Цена 125 рублей. Вот такие дела. Сегодня Юлька поехала, говорю, забери камеру. Включили, она шторка работает. Я говорю, ладно, заклинит и все. Сейчас опять не заклинила. Берем. У нас октябрь уже. Все. Сегодня-завтра снег пойдет. Последние копы. Залез в траву самую. Вон дорога идет. Все, у квадрика хожу. Здесь что-то, видать, было. Вообще по такой траве ложу. Сигнал хороший-хороший. Думаю, что такое? Смотри. Опанька. Думал в Инстаграм сейчас выложить. Блин, связи нету. Сторисы. Ладно, сейчас я сфотографирую ее для Инстаграма. Потом продолжим распечатать. Серебро звучало как. Мошкара, блин, везде лезет. Октябрь месяц. Сегодня тепло, 12 градусов. Мошкары полно. Вот такие дела. Монетосик. Замечательно. У нас все новости первого вида на Инстаграм подписан. Так, продолжаю. Опять серебром. Хо-хо-хо. Сегодня у меня день серебра, но это не такое серебро. Это уже попозже, 28-го года, 20 копеек. Серебром. Тоже рублей 100 стоит, наверное. Не знаю, как я тут ее чудом зацепил в этой траве. Но я для навесну себе местечко тут присмотрел потихонечку. Тут машины везде ездят. То ли огороды, то ли фиг знает, что было. Опачка, день серебра у нас сегодня такой. Небольшой выезд. Ладно, поехал я дальше. GoPro у меня высело, господа. Снимаю левой рукой. Ложка, наверное. Что-то высоко, 39. Серебро в тридцаточку бьет. Все в одном месте. Ладно, сейчас посмотрим, что там у нас. Облом. Кусочек меди. Пластина медная. Не руб. Но было видно, что что-то не то. Слишком высоко уже звенит. Еще наезжено. Интересно. Все, опаздываю. Сваливать надо. Итак, сегодня три монеты. Зато какие? За часик. Тут, конечно, почесать. Я бы сейчас надергал, если бы до вечера походить. Ну, часа 2-3. Часик пробежался, на одном месте зацепился. Здесь сами видите, трава какая. Ходить невозможно, но для весны я себе местечко наметил. Где серебришко подергаю. Вот такие дела. Вообще быстренько я тут. Такой, тук, там деды меня задержали, кто там на лайв-канале видел. Все, одеваюсь я, переодеваюсь и... Погнал. Плохо, что штурмана нету, снимать некому. GoPro, когда дедов снимал, высели там полчаса, час, наверное, с ним провозился. Вот. Ну, нормально. О, дождик еще начинается. Место интересно, конечно, ходить сложно. Можно по дороге здесь погулять еще. Там вот дальше подвал. Два ряда, я так понял, деревня стояла. Сюда, может, еще весной приедем. Ну, весной точно приедем, а осенью сейчас не знаю. Не сегодня, завтра снег. Лайки, комментарии. Всем пока. Сегодня коротенький вообще ролик. Ничего не успеваю с этой учебой. Учусь. К весне будем брать вездеход. Какой-нибудь высокопроходимый автомобиль с вашей помощью. Они посоветуют какой-нибудь взять. Надежный. И
комфортно. Всем пока, удачи, увидимся.